А, во, личинка. О, блин. Наверное, ядовитая, нет? Фу, блин, противно как. О, у нее там отряд, да? И яд, наверное, какой-то. Корус 40-го левела. Блин, уходим, 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 я застрял. Всем привет, народ. В игре Skyrim, Requiem for a Balance. Редко, но я прохожу все-таки игру. Много всякого происходит. Много всяких хлопот, забот. Поэтому, к сожалению, так часто, как раньше, не получается пускать ролики, но я как бы не забросил много просто всяких проектов, много чего хочется делать, поэтому. И плюс еще это чисто имеется в виду там для канала. А уж что касается просто каких-то дел, которые необходимо делать, уж вообще. Вот. Берем, не берем. Банально. Блин, пора мне уже в город, конечно, разгрузиться по-хорошему-то. Но я все-таки хочу сгонцать маяк. Перебить там всех фалмеров. Так, сейчас только проверим. Как у нас там с броней. Ага, все. Парализующие эффекты мы блокируем. Я уже открыл все. Нашли мы ключик. Вот, я как бы спустился, посмотрел и назад. Вот, тут мертвые. Уже картусы валяются, они были живые. Алкирский капюшон. Что за капюшон такой интересный? Какое-то тут все магическое. Так, ну ладно. Что нам взять? Меч-то какой нам взять, чтобы. Ну, либо огонек. Я не думаю, что сияние рассвета. Не, они же не нежить, как бы, да? Давайте попробуем вот это, может, у меня камни есть. Короче говоря, погнали. В бездну. Настучим фалмером. А, недостаточно большой, да, камень? Ну, сейчас я еще проверю тогда, видите? Так, где он тут? Стреляет, понимаете? Понятно. Не работают мечи. Давайте братика ловим. Заодно подхилимся. Пушки. Ух ты, ничего себе. Вот это стоимость, видал? Посоха. Кто валяется? Мани. Зараза какая. Так. Проверяем на наличие сундуков. Вот, и я тут увидел их.
И решил дальше не ходить. Думаю, нафиг надо, в следующей серии, короче. Ну и вот она, эта следующая серия, в принципе. Началась. Так, не забываем сохраняться. Я не жду, что это будет маленькое подземелье. Не от этой игры, во всяком случае. Такого ждать не приходится. Опа! Ложечка. Она что, одноразовая, что ли? Тут обычно все ловушки многоразовые. Это, видать, одноразовая. Значит, больно бьет, скорее всего. Ой-ой-ой. А, это уже паучки, смотри-ка, морозные. Уже немножечко другая тема. Слушайте, ну урон приличный. Я вот увеличил. Я увеличил этот навык. Владение мечом. И урон прям стал ощутимо лучше. Ну, по ощущениям. Прям с двух-трех раз отъезжают все. Так, куда нам дальше-то идти? Вот я взял навык. Последний раз я потратился на средоточие меч. О, вот и прям ощутимо. С урон такой прям чувствуется. Так. Так, ну чё, пришлось тут на секунду отвлечься, включить микрофон. Судьи. Кровавленная записка. Да кто ж там стреляет-то мне в спиняку? Мерзавец. Ты достал, блин, сверху лучник. Что это такое? Да, яйца, карпус. Так, ладненько. Сейчас наверх поднимемся. А чё, щит не помогает этой дряни, что? Сохраняемся. Бездна иневая, ёлки-палки. О, сколько грибов светящихся. Они, кстати, для алхимика, по-моему, ну, такой довольно годная вещь. Все в этих грибах. Ладно. Хотел я стать таким алхимиком, прям алхимиком. Ну нет, не хотел алхимиком, но хотел, чтобы мне это как-то помогало. В итоге, ну... справляемся и так. Чего алхимиком становится? Понадобится как бы
Ок. Что-то тоже тут сложно. А, щит. Блин, щит зря взял. Не хочу себя сильно нагружать, на самом деле. О, там. Ты оттуда пришел. Наверное, я оттуда пришел. А, нет, я отсюда пришел. Ну да, я понял. Так. Ой, блин. Плюнул меня, гад. Ну, мощным ударом, бам, по башке ему. Ух ты, лед. Смотри, какой прозрачный. Класс. Ледышка. И звук прям при ударе, как по льду. Так, да, я помню это место. Еще сундучок. Деревянный боевой посох. Чего? Серьезно, деревянный боевой. А. Понятно. Деревянный боевой посох. Это понятно. Кто ж тут в конце-то будет? Это спуск такой, да? Братик помогает вообще. Хорошая вещь. Мне нравится. А тяжелые они, нет? Стоит 20. Урон. Невидимость. Повышение запас сил. Урон уязвимости к яду. Урон магии. Неплохо, кстати. Неплохо, неплохо. Можно пособирать. Как ингредиент. Очень даже неплохо. Ну а где еще столько напар? Ух, целая гора вот его типа. Так. Нормально. Вдруг пригодится, правильно? Всегда можно продать какому-нибудь алхимику. Ладно, собирали. Ну и чё, чтобы их тут поменьше тоже было. Ёлки. Такое чувство, что их меньше вообще не становится. Слушай, может тут какой-то огромный сейчас будет карту? Да? Какой-то матка, как в готике матка этих. Странно, я бегаю, а рядом со мной этот тоже. Я думал, это щит делает, но это нет, это не щит. Тоже вода двигается. Ёлки, ничего себе видит. А, во, личинка. О, блин. Наверное, ядовитая, нет?
Фу, блин, противно как. Завалили, елки-палки. Расслабился, называется. Расслабляться нельзя. Ну, окей. Так, надо сразу эту личинку. А, он там сидит уже, да, готовит. Вот и все. Вот и вся проблема. Нормально, ладно, ничего страшного, подумаешь немножко. В принципе, я вовремя сохранился. Да, у них, оказывается, разновидности есть. Но это, конечно, не матка. Ртутная жила. Ну, что-то похожее. Блин, кирку я выложил, ну ладно. Я просто не знаю, они там созревают или они там. Или они там тупо появляются. Вообще стоит ли как бы или. Из каких-то выпрыгивать, из каких-то нет, может. Так, а что по опыту у нас? У нас по опыту. 58 тысяч. Мне опять советуют, короче, воровские вкладывать в искусство мошенника, чтобы я мог прокачивать дальше взлом. Так, это еще не все, да? Ну тут прям... Тут не сколько профаунеров, сколько... Про картусов, короче. Животинка не домашняя. Чё там у него? Или лучше не трогать, кстати. Да не, наверное, выявится. Это что? Ага. Ну так, соберем немножко. Ну классно сделано, конечно. Молодцы все-таки, вот разработчики Skyrim не просто так любят, товарищи. По всему миру. Разнообразие так и хлещет. Конечно, кто-то может сказать нет. Но знаете, придраться всегда проще. Вот, я так и знал, матка в конце. Ну это прям классика жанра. Это со времен готики, там не знаю. Это, мне кажется, блин, насобирал ёлки-палки. Уже утащить не могу. Так, ладно, ничего страшного. О, у нее там отряд, да? И я, наверное, какой-то корус 40-го левела. Ха! Слабачка. 3000. Всего 3000 дали. За эту дрянь. Я-то думал, тут что-то серьезное будет. Так, остатки хаб, да?
Ключ хабда от маяка, хитин, слюна. Так, давайте записки почитаем. Что там за кровавая записка-то? Которые мы не читали. Это тут. Это не то. А где она? Записочка была. Странно. Чё, оно записалось прочитанное, что ли? Кот чихает. Здоров. Так, все, хватит менять единиц. Ну сейчас, как всегда, будет срезка, наверное. Ох, нифига себе, кладка. Ну, короче, понятно, если мне когда-нибудь понадобятся эти ингредиенты, так скажем, я знаю, где их искать. Вы не в маяке. Просто будет настолько много, что тут как будто живет Фаулер с костерком еще на куче. Непонятно. Ну, вроде как костры-то не нужны. Ну ладно, выходим. Скорее всего, мы сейчас выйдем. О! Жилет-то глянем, да? Мороза. Название, конечно, серьезное, но это такое. Ничего особенного, так скажем. А вот изумрудов тут, конечно, дыру. Ну хорошо. Неплохой сундучок, неплохой. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда мы упали? Да ладно, молчал. Ну, нет, в принципе, очевидно. В Скайриме такой дизайн любят, насколько я помню. Лопата. Кому-то поклонялся, что ли. Блин, я не помню, что за записку я взял. Очень фигово. Они забрали папу, здесь были еще другие, которых они поймали, но они уже убили их, и мы слышали только крики. А теперь нет и папы, и боли, почему я Мани ж... А, ну вот Мани Жару, папа поднимался, он все время промотал что-то. Про Даэдра, не знаю, где он прятал этот кинжал, кажется. Стали его. Подождите, это, ну может быть это связано как-то. Ладно. Я так особо я не понял, короче. Причину, конечно, мы. Может быть сейчас кинжал будет спрятан где-то наверху. У нас есть ключ, во всяком случае. С этим ключом мы можем что-то открыть. Точнее, ключ можем открыть. Вот тут нас сразу встречает кошелечек с монетами. Короче, поднимаемся на маяк. Представителя Арганиан. Что-то захотелось за Арганианина поиграть, но уже, так сказать, поздняк метаться. Ну да, вот сундучок закрыт, да? Д
Древний меч потери. Посох живых мертвецов. Септим. Ну такое. Ледяная ярость. Двуручное оружие. Блин, ну я двуручным не владею, к сожалению. Это можно, конечно, получить, но я боюсь, что я тогда совсем. Замораживает кровь в жилах ваших врагов, не оставляя им шанса на спасение. Слушайте. Ну она, конечно, серьезная такая. А у нее зачарование проходит? А, да, ну ладно. Можно попробовать побегать, помахаться немножко. Против каких-то слабаков. Но они тяжелые еще. Пылающие. Это что такое? Какой-то баб, да? Ну-ка. Отдых моряка. Ни о чем. Что-то еще там было. Ладно. Окей. В целом я доволен. Неплохой такой маячок. С неплохим лутом, я бы сказал. Непонятно, что за кинжал. Имелся в виду в записке, но... Что-то может еще закрыто было? Ну, вряд ли, правда. Ник судей. А, ну вот еще. Ой, сейчас опять насобирают тут всякого. Непонятно зачем. А это кто у нас? Не знаю, стоит читать метки это все. Жалко, конечно. Думал, книга светится. Жалко, жалко, ребят, но ничего не сделаешь. Конечно, такая дрянь завелась, что сделаешь-то? Топор прикольный, но меч мне больше нравится с моим щитом. Ой, зачем я забираю? Геймерский меч потери. Ну это такой, конечно. Стальной. Посох очень дорогой. Заклинатель вызывает огненного трона по 20 секунд. Ну, вот оно. Это тоже продадим. Хе, прикольно. Капюшончик. Капюшончик такой. Фаунерский щит. Тоже ни о чем. Так, ну мы на самом деле неплохо так сходили там. У нас и особенно что касается яиц, то вообще правильно, правильно. Так, и мы планировали куда-то сюда изначально вообще скакать. А
именно вот сюда. Через перевал странник вот сюда. Ой, ледяное привидение. Бам. Очень хорошая вещь, ледяное привидение. Убил, и у тебя очень хорошее зелье появляется. Такс. Ладно, погнали, короче, перевал странника. Потом, возможно, пойдем к Двемерам. О! Битва. Смотри, как да, вырубил. Что там еще? Ой, еще. Сначала спрыгнули. Потом уже троллем займемся. Понятно, это тоже место стычек. Хм, интересная битва была. Чё это они... Вообще странно, что здесь приганы тусуются. Скорее всего, это случайность. Здесь я был и даже ночевал. Кстати, что у нас с отдыхом? Блин, может в ручку покачать хоть чуть-чуть? Так, давайте-ка немножечко зайдем сюда. Посмотрим... Что у нас там с шаловливыми ручками делается? Дешевые трюки, знания замков. 5 отмычек. А, вот, 75 навыка, 7 отмычек эксперта открывает. Вот это мне советовали. Понятно. 75 надо. До 75 качать. Так, очки отдыха я. Должен был посмотреть. Ноль. Ну понятно. Надо заночевать здесь. Чё ты не можешь сделать? Заночевать что ли? Это дневник. А это кто? Тут бегает, блин. Возьми это и храни у себя. Я потом вернусь и заберу. И хорошо тебе заплачу. Не потеряй. Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. Мне с тобой не справиться. Хватит! Вставляет он. Я даже не знаю. Случайная встреча такая. Так, это мы откроем. Какой-то тут бот с водкой экспедиции. Не, адептам сейчас не открыть. Нам надо переночевать. Тут мимо никто не пробегал. Да. А откуда это у тебя? Хотя ладно, неважно. Держи. Это немного, но лучше, чем ничего. Я отыщу этого вора и убью его. Дайте поспать, блин. Да ё-моё.
отдыхаем. Ну, как всегда. Да. Отличная погодка. Может, сейчас здесь какая-нибудь еще заруба будет? А, нет. Так, надо сохраниться. Сохраняемся. И вперед. Не знаю, в чем здесь передышка. Мамонт гуляет. Дерется с саблезубом. Даже с двумя саблезубами, я бы сказал. Ой! Сейчас конец придет, я чувствую. Не, мамонта я бить не хочу, с него опыта не дают. Смысла нет никакого. Да не тупи, он уже мертв. А он меня может сбить, кстати? Ну-ка, протестим. Не-а. Не думал, что будет так просто слать славу. Баба. Ну раз он уже согрелся, что бы не забрать. Так, что-то самое дорогое. Бивень. Вес, правда, фига. О, сердце. Так, ладненько. Перекладываем. Лошадка пока что еще бегает у нас. Вроде как нормально. Ну вот этот курган железный-то. Железный курган, ёлки-палки. Сейчас мы на него спустимся. Какое-то даже место есть. Так. Здесь отдохнуть можно. Но у меня не так много времени сегодня. Но мы туда зайдем. Зайдем, посмотрим, что там вообще происходит. В принципе, серебряная жила происходит. Паучки морозные происходят тут тоже. Судя по всему. А, я здесь был. Я здесь был в компании. Но компанию я, по-моему, оставил, да, здесь. Все, наконец-то я нашел эту тему. Да, отмычек, как всегда, нет. Сначала все тут зачистим, потом соберем добычу.
Понятно. Они что, здесь что ли где-то? А, вот они. Ну погнали. Так, тут вроде драугры будут. А у нас с ними разговор короткий. Так, нормально вроде как справляемся. Кого он убил-то? Зла крыса, что ли? Да подождите вы разбредаться. А, ёлки. Дайте хоть похлёбку съесть. Кого он там убил? Очередного скрытого. Не, ну вот многие жалуются на Skyrim, что тут типа это боевка такая таргетная. Не можешь ты бить сразу несколько целей. Но с другой стороны, учитывая, что ты здесь постоянно, ну, не постоянно, но довольно часто бегаешь с союзниками, вот я бы ее сейчас просто задел. Задел и все. И было бы плохо. Тут и так часто задеваешься. Ну чё, торопитесь-то? Не только посмотри. Если я что-то понимаю в ловушках, это ловушка. Сохранимся. Ну, я готов. Что за шлем-то? Понятно. Обычный шлем. Ага, вот. Ого, нифига себе, это что было? Нифига себе меня. Это что такое-то? Ладно. Где вы там? Это она. Гадник ждет нас. А что-то... Давай маг что-то ты задумал. Кто-нибудь есть? Ты что-нибудь слышишь? Мощные гады. Блин, скотина. Маг тупит. Блин, чуть-чуть девку не убил. Давай,
Да вы таки не мешайте. Это кто? А, я понял, это его крик меня просто изничтожает, блин. Короче, надо бы закончить с этим делом. Его хренов крик. Так, ладно, пусть идут, если хотят. Мне нужно сменить кольца. Тепла. Так, бегать смогу, смогу. Ой, кого я убил? Эту девку, что ли? Да, прикинь. Блин. Чего не хотел, того не хотел. Ё-моё. Я думал, это призрак. Заберем сокровища и уйдем. Давайте, забирайте сокровища и уходите. Уходим, 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 я застрял. Если он крикнет, мне конец. Так, где он усилил? Отличный, сложный, средний. Где он там? Блин, такой урон хороший. Где он? Вот он. Я откинул. Откинул гада. Есть. Готов. Так, ну это надо тоже забрать. Фух. Так, где-то здесь у нас было отметено. Тупица, мне стоит тебя поблагодарить. Я знал, что у девчонки не хватит сил помочь мне. Теперь мне нужно от тебя только одно, чтобы полностью... Твоя кровь вполне подойдет. Нам обоим будет проще. Парень, ты серьезно? Блин, вот. Какая-то жизнь происходит просто. Короче, все забираем. Отец никогда не доверял Биму, а мне всегда казалось, что он просто перестраховщик. Я не знаю. Бим Джа за мной присматривал еще с тех пор, как я ему ростом была по колено. Мне надо отдохнуть, а потом я, наверное, вернусь в Хайрок. Ты иди, мне нужно немного побыть одной. Ну, окей. Все, на этом мы закончим серию. Так.
Да, на этом мы закончим серию. Спасибо всем за просмотр. Продолжаем проходить потихоньку. Всем спасибо. Комментируйте, ставьте лайки. Блин, ну уже легче гораздо. Не знаю, что там с драконами будет. Пока что все довольно просто получается. Всем пока.